Спасибо вам большое. Я же здесь с 57-го года. Приехал в село и стала работать акушеркой. Кто здесь, скажите, поднимите руки, у кого я принимала роды вот у этих. Все меня знают, женщины, они, знаете, как зенит ока меня окружает и дорожат. Я аспирант труда. Отличное здравоохранение, 51 год стаж. Мои дети живут в Кавказе, но приезжают, воды нету, газа нету. И мало того, что Билайн, это линия, которая по всей моей родне, Билайн, они не могут нашему никому сельчанам дозвониться. И ничего, никаких дел нет. В 11 ночи я звоню, нашла электрика, говорю, послушайте, я уже мне 9-10, где я нахожусь, в конюшне или в свинарнике, у меня света нету. Приезжает 140, 145, это что за свет? Холодильник сломался, все, я осталась, купила мясо в холодильнике, мясо у одного лежит в магазине, у другого. А вы, говорит, в кутке живете, линия кончается, и мы 5-6 семей в этом кутке, без света сидим, миленькие. Спасибо вам. Спасибо, что меня выбрали. Все, до вас уже все сказали. Мы уже все поменяли. Все, спасибо.